В Нью-Йорке продолжает работу 73-я Генассамблея ООН. На сегодня запланированы выступления президентов Ливии, Республики Корея, Палестины, Израиля, а также премьер-министров Испании и Италии. Пока же мировые СМИ обсуждают итоги второго дня, центральным событием стало заседание Совбеза ООН, в ходе которого президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свое намерение продолжить торговую войну против Китая, а также обвинил Пекин во вмешательстве в предстоящие выборы. МИД Китая назвал обвинения безосновательными. Главной же темой заседания стала ситуация в сирийском Идлибе. Министры России, Турции и Ирана подчеркнули важность ускорения усилий по формированию и запуску сирийского конституционного комитета, который позволит сирийцам самим определить свое будущее.